Активная гуманитарно-материальная помощь на постоянной основе оказывается детям и их родителям в преддверии Дня знаний. Сегодня активисты Белорусского республиканского союза молодежи совместно с сотрудниками областного Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгострах» вручили необходимые канцелярские принадлежности ребятам из детского квартала Новоснецова. Подробности расскажет Анастасия Левкович. Никого не оставить без внимания. Ручки, карандаши, альбомы для рисования, клей, фломастеры и многое другое. Сегодня это базовый набор помощников в обучении для школьников. А если кроме всех этих вещей подарить детям еще и чуточку внимания, результат налицо. К нам приехали сотрудники БРСМ, привезли много канцелярии. Лично мне приятно, когда к нам приезжают, дарят всякие подарки. Очень хочется к 1 сентябрю все новенькое, красивенькое. Очень приятно. К нам приехал БРСМ и Белгострах. Большое им спасибо. Они приехали нас поздравить с 1 сентября. То есть они подарили нам всякие принадлежности для школы, там тетрадки, ручки, то, что надо, то есть нам будет в школе для хорошей учебы. Акция «В школу с добрым сердцем» проводится ежегодно. Активно реализует ее Брестский городской комитет БРСМ. Цель этой акции – это, прежде всего, оказание адресной помощи различным семьям. Это неполные семьи, многодетные семьи, испытывающие определенные материальные трудности для подготовки детей к школе. Сегодня 45 ребят, проживающих в детском квартале Новоснецова, стали еще более счастливыми и рады будут начать свой новый учебный год с новыми школьными принадлежностями. Анастасия Левкович, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».